привет, дорогие друзья! Вы знаете, начала перекидывать немножечко растишки. Это у меня вербена. Вербена гибридная, ампельная. И думаю, что-то не показала. Вот на такое кашпо 5 литров я посадила 3 штучки вербенки. Земельки я, конечно, потом подсыпать буду. Вот. Так. Она у меня была вот в таких маленьких стаканчиках. Ну, прямо корни такие. Сейчас я вам покажу. Сейчас я хочу пересадить еще в более побольше стаканчики. Вот такие. Вот. Может даже сейчас еще в кашпо посажу. У меня еще вот есть кашпо здесь дома. Так. Ну что, естественно, сейчас мы наложим земельку. Честно говоря, вот дырочки я сама сделала. У меня... Так, значит, что я хотела сказать? У меня такие еще тоже на даче есть. В том году я покупала. Вот. В общем, сейчас приступим. Так, друзья, все-таки я перекину ее побольше просто в стаканчик, потому что, ну, ставить у меня некуда. Вот я земельки туда немножко наложила. Друзья, одной рукой я не могу. Вот я достала растенице. Смотрите, какие корни у ней. Вот она, вербенка. Вот. Сейчас я ее сюда ставлю. Видите, вот как одной рукой неудобно. Поставим вот сюда. Вот так вот. И сейчас, конечно, сюда подсыпем. Корни вообще мощные. Вот так земелечки подсыпем, польем и пусть растет. Я вот не знаю, сейчас посмотрю, если у меня... Место там я найду для кашпо. Я еще, у меня вербены много. Я ее еще посажу в кашпо. Стаканчики маленькие. Вот так я сегодня занимаюсь вербенкой. Вот, друзья, земелечку мы здесь уплотнили. Вот так. Сейчас я полью ее корневином. Вот здесь у меня в бутылочке корневин. И я вот так из дырочки вот так вот поливаю. Сейчас покажу. Видите как? Вот так. Ой. Видите, что творится? Вот моя розочка бутончики запускает. Смотрите. На каждой веточке. Вот. Ну вот, друзья, пусть растет. Здесь тоже петуньку пересадила побольше горшочек. Это у меня бегония. Я купила специальную землю, но никак не растет она у меня, и все. Здесь я цинью посадила. Вчера, да, посеяла. Вот видите, все уже. Уже на стол ставлю. Видите, что творится? Вот такая у меня рассада. Вот. Вот петунька еще. Так, а вот здесь у меня черенки гортензии. Вот, смотрите. Аннабель. Череночки у меня гортензия Аннабель. Так, здесь я сеяла. Ой, забыла. Как ее? А, смолевку.
Вот смалевка. Ну, если будет густо, я, конечно, уберу потом и посажу в другое место, добавлю. На этом буду прощаться. Заходите на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!